Сегодня я купил яблочно-морковный сок в форе. Сок с мякотью. За 20 гривен. Это где-то около 80 центов. Здесь специальная технология чадо-чадо. Офигеть. Помогает сохранять витамины и минералы. Фирма это у нас как называется? Как это сок называется у нас? Ага, наш СИК, да? Одесский консервный завод. Так, где состав? Я не вижу состава. Ага, вот он здесь. 40%. Плодовая частка. Состав: натуральное пюре 30%, морквяне 10%, цукровый сироп, глюкоза. Увага. Открываем. Сок оранжево просветленный. Пробуем. Да, шикарно, шикарно. Это вкус детства.